Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. Я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, сегодня мы с вами поднимем такую тему, как можно ли делать вино из столовых сортов винограда. Достаточно часто вы задаете вопросы, вот можно ли, ну и дальше уже идут. Делать вино из столовых сортов, там, добавлять воду, садить виноград вот так-то, ухаживать за ним так-то, использовать пластиковую тару. Вообще можно. Ну, кто вам запретит? Вы же сами себе хозяева. Но другой вопрос, а нужно ли это делать? Получим ли мы хороший результат с этого всего? И, конечно, ну, скажем так, такие профессиональные виноделы вам скажут, однозначно нет. Вино из столовых сортов винограда, фу-фу-фу, это вообще моветон. Но мы с вами сегодня вот разберем эту тему подробнее. Все-таки есть в этом какие-то исключения, да? Можно что-то использовать и почему? Ну, можно или не можно, нужно или не нужно. Так вот, буквально недавно мы с вами обсуждали тему вина, тему сырья для вина. И говорили с вами о том, что ягода для виноделия должна обладать определенными свойствами, определенным уровнем сахара, определенным уровнем кислоты, определенным уровнем ароматических веществ и достаточно хорошей сокоотдачи. Вот у нас такие 4 основных параметра. Столовые сорта, у них не очень высокий уровень сахара. То, что вам ягода кажется сладкой, это только потому, что там меньше кислота. То есть сахар может быть небольшой, может быть и 16, и 18%, но за счет низкой кислоты вам ягода будет казаться сладкой. Это вопрос нашего вкусового восприятия. То есть там не очень много сахара, но даже если сахара достаточно, там мало кислоты. Ну, мы же не хотим есть кислый виноград, правильно? Бывает, да, сорта с легкой кислинкой, но, как правило, в столовых сортах кислоты мало. Дальше, сокоотдача. Многие столовые сорта, у них ягода такая достаточно плотная, хрустящая. Некоторые сорта, они вообще такие, как огурцы, да? То есть кушать нам такую ягоду приятно. Но вот для виноделия она плохо. Когда много мякоти, это плохо. При этом много мякоти, это много пектиновых веществ. Пектиновые вещества при брожении. Это метанол. Вот то, что вы боитесь, ай-яй-яй, ты забыла, все слепнут. Никто от нее не слепнет, конечно. Но в столовых сортах все то же самое. Даже, может, и больше там пектина. Но мы их не боимся. Да? Мы боимся только Изабеллы, потому что там одна бабушка сказала. То есть вот по этим параметрам не подходят большинство столовых сортов. Ну, плюс ароматика. Ну, что можно получить вот с такого сорта, как преображение? Ну, он просто вкусный, покушать, но делать из него вино, ну, что мы получим? Мы получим какую-то водичку. И еще такой момент, тоже чаще всего, когда возникает мысль сделать вино из столовых сортов. Когда у нас там ягода, например, треснула, недозрела, да, вот там кушать ее неприятно, там не очень, да, а давайте мы тогда вино. Нет, нет, вот это точно не работает. Если мы хотим вино, вот вино, да, если мы хотим вкусное вино, хорошее вино, то ягода туда должна идти самая лучшая, самая созревшая, самая качественная. Никакой гнили, никакого треска, никакого вот этого недозревшего. Получите абы что. Ну, можно какую-то поставить брашку, потом перегнать. Ну, наверное, что-то из этого получится. Но хорошего вина из этого не ждите. То есть, ну, может на сок, может там, не знаю, на джемы какие-то тогда пускайте такую ягоду. Для вина она точно не подходит. И смотрите, еще касательно ароматических веществ. Многие технические сорта, они обладают мелкой ягодой. Получается, что у нас ягода мелкая, и в общей массе, например, в килограмме, поверхность шкурок, в которой как раз и сосредоточены многие ароматические вещества, красящие вещества, она получается большая. Если мы берем какой-нибудь столовый виноград там с ягодой в 20 грамм, то на тот же килограмм веса поверхность шкурок будет маленькая, и ароматики будет меньше, да, то есть
это тоже как один из вариантов, почему не подходит, оговорюсь, не совсем подходит столовые сорта для вина. Но все-таки есть исключения. Смотрите, вот требования, да, 4. Я их назвала. Поверхностью шкурок мы можем пренебречь. Так вот, например, сорт Молдова, который всегда по осени в наших магазинах продается, везде на рынках, из него делают хорошее, вкусное, приятное вино. Ну, там хороший сахар, кислинка, да, которую мы даже на вкус чувствуем, ну, нормальная сокоотдача, нормальная ароматика. Я пробовала, меня угощали вином из Молдовы, такое... На меня произвело впечатление, ароматика там хорошая, все там хорошее, ну, мне понравилось. Дальше, лично мы делаем уже несколько лет вино из столового сорта Антоний Великий. Большие грозди, крупные ягоды, но потрясающая сокоотдача. Если там даже пресса не надо, можно вот так вот рукой отжать ягоды, и будет много-много сока. Делаем мы вино из этого сорта на протяжении уже многих лет. По вкусу оно напоминает пино гриджио, такое получается легкое белое вино, хотя мы делаем его по красному способу. Единственный недостаток — это оно плоховато осветляется. Оно либо требует помощи в осветлении, либо будет слегка такое мутноватое. Но не мутное-мутное, а чуть-чуть мутноватое, как бы с легкой опалесценцией. Что, в принципе, для собственного потребления вообще никак не мешает, не влияет. И вот в этом сезоне мы не стали ничего осветлять. Оно прекрасно и в таком виде. Еще один сорт, из которого мы лично ничего не делали, хотя он у нас растет, но только начнет плодоносить, это сорт Чарли. Можно посмотреть конкурс виноделов в Подмосковье. Насколько я помню, у Вадима Жилина это видео выложено. И вот там в категории розовых вин побеждает вино из Чарли. И там еще какой-то второй столовый сорт. Судьи Денис Руденко, еще какой-то господин, которого я, к сожалению, не знаю. И вот прям у них вау. Столовые сорта, мне кажется, что вообще этот конкурс — это такой очень показатель, что все-таки да, исключения есть, и из столовых сортов тоже можно что-то делать. По, скажем так, моим прикидкам, из одесского сувенира тоже можно делать. Не совсем я там смотрела сокоотдачу, но ягода темная, такая очень темная, и танины очень чувствуются. Ягода вот такая вот терпкая, очень насыщенная. То есть в теории из него можно делать, но мы не пробовали. Одесский сувенир мы едим так. При этом пару лет назад кто-то писал в комментариях, тоже, по-моему, ребята из Подмосковья, что у них получается классное вино из Аркадии. Не знаю. Мы из Аркадии ничего не делали. Как по мне, ягода плотновата. Но вот они рассказывали, что они ее держат максимально долго, до размягчения. И вполне у них получается неплохой результат. Поэтому какой из всего этого вывод? Делать можно, да? Всегда ли нужно? Это вопрос другого порядка. При этом давайте помнить о том, что ягода должна быть хорошей, вызревшей, спелой, целой и прочее, и прочее. Ну, а дальше уже ваши эксперименты. С некоторыми вот особо плотными ягодами я считаю, что возиться нет смысла. Тем не менее, с некоторыми сортами можно поэкспериментировать. То, на что нужно опираться, на какие параметры, я вам озвучила. Ну а дальше дерзать. И кто знает, вполне вероятно, что у вас может получиться хорошее вкусное вино. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!